14 апреля, половина четвертого дня, и мы стоим напротив церкви Святого Креста. Вот такое празднество. Да. Видимо, с утра, но мы подоспели к середине дня. Мы на улице Комитаж. Да. Имени Комиташа. Ой, посмотри, как цветет. Уже отсюда даже пробивается. Да. Посмотри. Ну, если сквозь асфальт пробивается, отсюда как-нибудь... Сквозь кору как-нибудь, да? Бьется. И с нами наш внук. Армен младший. Оператор, который снимал. Здравствуйте, младший. Здравствуйте. У Армена меняется голос, поэтому ему неохота особо болтать. Ну вот, видите, везде продаются веночки из ветвей ивы. Не вербы, конечно. Но верба отдельно продается. Да? Вот здесь где верба? Где? Это нарт. А, вон он, правильно. Веточки вербы продаются. Да, там о празднике немножко так вскользь расскажу. Да ладно, все знают про праздник. Знают, но во всяком случае. Ну давай, рассказывай. Наш католик провозгласил днем благословения детей. Почему? Да? Когда Христос вошел в Иерусалим триумфально, сидя на осле, кстати, между прочим, признак... даже задом наперед сидя. Да? Да. Признак его, мира. Конечно, большим восторгом приветствовали дети. Кричали ему: «Сын царя Давида, да здравствует! Осана, да, кажется, я уж точно не помню этого слова». Да, что-то такое. Вот благословляю. В первую очередь, благословение детей. И кидали под ноги разные ветки. Да, ветки, даже одежды. Южные ветки. Посмотрите, празднество. Между прочим, в прошлом году мы тоже были тут, помнишь? И опять с нашим Арменом. Да? Да. Дежавю. Он отлично помнит даже. Как он нас снимал в прошлом году. Кстати, у нас он называется Цахкасарт. Да. Неверное расписание. Я оливковые ветви. А одежда – это как бы избавление от грехов. И вот этот праздник в честь вот этих ветви назван цветочным. Цахкасарт. Спасибо вам за информацию. Это не холст, а это...
бумага. Серьезно? И скотчем приклеили тут. Скотч не резина. Какая фреска? О чем речь? А, нет. Фотообои фактически, да? Ну почему они все-таки за год не сделали то, что было намечено? Не знаю. Откуда ты знаешь, что было намечено? Может, так и намечено? Ну, как? Ну, наверное, ты знаешь, тебе, наверное, да, это что-то слишком яркое было. Давай тут посмотрим. Да, и эта бумага. Да? Да. Ну, ладно. Կրունկ ժուրավել։ Երաշտությունը։ Տանից կակոյտը ժուրավել։ Հոգիկների դեպ կամերաներից բուշ։ Նարի մենք պարպաշիր ուշադի։ Вот это мост Ламбада, а здесь Арабкир, кроме та улицы. Макси Печи. Макси Печи. Вот вдали видна улица Комитаса. Да. А вот эти четыре здания, значит, здесь был ресторан «Прага». И гостиница. С левой стороны, Прага, да. Слева, да. Ну, это новый бассейн построили какой-то. Да, институт технической эстетики был, мой папа тут работал. Да, мне вернуться снова? Вот институт технической эстетики. Да. Так, а вот здесь мы, вот эта часть улицы уже, это улица Заря. И вот школа, раньше Инесса сюда ходила, армия. Да, правильно. Помнишь? Но почему мы здесь остановились? Не предвидимая остановка. Да, мы хотели вот просто по Кучара поехать Арарат дальше. Там. Посмотрите, как виден Арарат. Сейчас мы... Вот это здание такое...
неожиданной конструкции. Давай пойдем во двор, оттуда лучше будет видно. Ну, это здание мы несколько раз показывали, но вот посмотрите, кверху оно шире, а внизу сужается. А вот эти части балконов, они мне почему-то ласточки на гнезде напоминают. Вот такой двор у них. И подойдем. А еще и фонтан установлен, видишь? Да, летом надо прийти сюда. Арарат прекрасен. Пойдем еще. Вот эту территорию наконец стали осваивать. Да. Интересно, что тут построят. Кстати, там есть, знаешь, фотографии? Да, да, вон он, план. Мы не спустимся, конечно. Но, по-моему, не очень высокое здание, нет? В другой раз. Может, даже сад. Смотри, там средняя фотография. И сад есть, и вот рядом здание. Да. Но оно больше в длину, чем в высоту. Арматуры там только видны, вроде. Это здание что-то будет. А вот это. А вот туда смотри. Северный луч. Да, ты тоже, да, знаешь? Да. Северный. Конечно. Луч называется. И выходит на улицу Бабаджанян. Там этот памятник 50-летию. Да. Арарат. И тут, наконец, видишь, Арарат покажи. Немножко дымка, и лучше он отчетливее был виден. Но вот что это там? Вот я хочу понять справа. Это дым или облачко такое? Нет, дым был черный. Уже поднялся. Ну все, пошли. И здесь еще одно здание построили. И вот это посмотрим еще раз и пойдем. В общем, у этого здания есть возможность любоваться Араратом. Да, возможность есть. Не у всех, конечно. Есть окна без такой возможности. Ну, я имею в виду эту сторону здания. Да. И вот такой двор получился. Уже одуванчики неплохой появились, видишь? А там эти белые цветочки, это что, нарциссы или что это? Вроде. И армян. Тоже весь желтенький. А вот справа здание, вот это пятиэтажное, это Арабкирский административный центр. Да, районная мэрия. Крупным планом нарцисс это? По-моему, да, белые нарциссы. Да, нарцисс как раз на себя в воду смотрит, нет? И вот он наклонился, головка, склонился, видишь? Да. Вниз, любуется собой.